Футбольный клуб СССР из Чувашии стал серебряным призером международного турнира среди ветеранов, который прошел в турецкой Анталии. С союзом сильных, смелых и решительных познакомилась наша съемочная группа. Серия послематчевых пенальти. На кону победа в турнире. Точным ударом отметился нападающий Дмитрий Володарский. Пенальти послематчевые – это лотерея. Если в полуфинале нам повезло, то есть мы обыграли команду Косово по пенальти 4-2, то в финале вот немножко им повезло, проиграли 3-5. Впечатления только положительные. Вот это первый полноценный международный турнир. Мы участвовали в нем этой командой в первый раз. И первый раз так добились такого высокого результата. В категории 50+, команда выступает с прошлого года и почти всегда занимает призовые места. Секрет в хорошей базе и большом игровом опыте. Тренировки проходят дважды в неделю. Спортсмены отрабатывают игровые связки и комбинации на поле. Василий Антонов в союзе сильных, смелых и решительных – защитник. Можете считать себя сильным, смелым и решительным? Конечно. Футбола других нет. Нет. Футбол – это как жизнь. Это здоровый образ жизни, интерес, общение с друзьями. А самое главное, конечно, это мыслить быстро, скорость мыслей. И это помогает и в жизни, и в работе. В команде 27 человек. Все спортсмены-любители. Это наше желание внутреннее, быть, а не казаться. На самом деле, многие сидят во дворах, а мы все-таки представляем футбол ветеранский. И мне кажется, это как один из самых таких примеров для подрастающего поколения. Вот это и как раз мы хотим показать. 40, 50 или 60 лет. Команда еще раз доказывает, возраст не повод сидеть на скамейке запасных. Можно! Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.